Всем привет, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. Вчера мы с вами полетали немножечко на дроне. Я думаю, пока хорошие денечки, надо еще немножко полетать, заснять какие-нибудь другие места. В общем, я все тренируюсь, тренирую разные моменты, чтобы полетать. Пока погода есть, надо еще тренироваться. Да, о погоде. У нас сейчас утро, 9 градусов. Начало октября очень хорошее, днем обещают 17 градусов, так что погода, ребята, еще держится, очень хорошая погода. Если вчера было так еще немножечко пасмурно, ну, не совсем пасмурно, но солнца особо как-то не было, то сегодня солнечно. В общем, начало октября, ребята, вот, у нас затяжное лето. Да, хочу вам опять сказать, на ютубе опять новый глюк появился. В общем, сначала я думала, что это может быть какое-то совпадение, может быть, человек удалил комментарий или что. В общем, пишет комментарий мне, хороший комментарий, нажимаю на него, чтобы ответить. Нажимаю, а комментария нет. Ухожу в ленту, в ленте он есть. Но это у себя в творческой студии. Зашла на YouTube, через, в общем, не через творческую студию, а через YouTube, да. Зашла, тоже этого комментария нет. Комментарий хороший. Раньше, когда бывало, что нажимаешь на комментарий, например, а человек удаляет, писалось, комментарий удален. Сейчас нет, вот как бы нажимаю, нет такого, что комментарий удален. Комментарий у меня стоит, я нажимаю, комментария нет. Ответить не могу. А как бы вижу, что очень хороший комментарий, и хочется ответить этот комментарий. Поблагодарить человека хочется. И получается так, что ни сердечко поставить не могу. Моля, иди сюда. А получается так, что ни сердечко поставить не могу, ни ответить на комментарии не могу. Какой-то вот новый глюк у Ютуба. И до этого тоже было пару раз такое, думаю, ну, может быть, человек удалил комментарий, а Ютуб просто мне об этом не информирует. Но уже не первый раз, ребята, нажимаю на комментарий, а ответить не могу на этот комментарий. Ну, что это такое, а? Опять какой-то глюк. И человек подумает, что я не поставила ему сердечко или не прочитала его комментарии. Ну вот, имейте в виду, да, если вы написали комментарий хороший, не стоит сердечко, или я там не ответила на него, значит, я на него нажимаю, а его нет. Вот так вот, короче. Ребята, октябрь месяц, только вот сейчас начинают появляться желтые листочки. Скоро будет золотая осень. Надо будет тоже с дрона поснимать золотую осень. Кстати, ребята, вчера, когда снимала, мне очень понравилось, как с высоты смотрится школьный стадион, там, где футболисты играли, да, вот он находится там вот за горочкой, вот там вот находится. Очень красиво смотрелся. Вороны смешные. Что-то, отбирают у друг друга там что-то. Я думаю, что они там, типа, дерутся, подумала. Не дают тебе, да? Не дают тебе. Увидели, что я стала их снимать, разговаривают, сразу такие затихли и смотрят на меня, сразу драться перестали. А сейчас вот там на этом бусике дерутся. Ребята, вот уже конкретно выглянуло солнышко, посмотрите. И на солнце уже просто жарко. Начало октября. Шикарное, шикарный сентябрь. Надеюсь, что будет шикарный октябрь. Вчера меняла водичку этим малышам. И что вы думаете, тоже икру уже, видите, сразу отложили. Как меняешь водичку, сразу откладывают икру. Они очень любят свежую водичку, и сразу у них позыв к размножению. Да, малыши? Как бы мне еще выловить тех в аквариуме, которые остались всех сюда? Смотрите, как их много. Как таракашки, да, такие тут. Раз, раз, раз. Водичка такая прозрачная. Забыла, покормила позавчера их и забыла включить, ребята, фильтр. Я когда кормлю, фильтр отключаю, потому что фильтр засасывает корм. Отключить отключила, а подключить забыла. И они всю ночь у меня были без фильтра включенного. Но вот утром я это увидела. Сразу же, конечно, помыла фильтр, потому что уже все полезные бактерии погибли. И если бы я не промыв фильтр включила бы, рыбы все могли бы отравиться и умереть могли бы. Поэтому я сразу помыла фильтр, поменяла больше половины воды, налила
из аквариума того водичку, и плюс еще свежей водички добавила. Ну, с рыбкой все в порядке. Но я так испугалась, думаю, бедненькие. А уже фильтр, обычно, когда моешь, там такая, как коричневая водичка, да? А тут я мою, и прям такой не коричневая, а такая, знаете, как серо-синяя такая, уже бактерии погибли, и болотом вонял. И вот если бы его запустила, было бы рыбке хана, поэтому надо всегда промывать. И вот кто не знает, у нас вот соседи, у них тоже аквариум был, да, и знаете, что они делали? Они днем фильтр включают, на ночь отключают. Я говорю, вы что? Они потом говорят, знаете, у нас сегодня, говорит, рыбка, говорит, умирает. Я говорю, а у вас, говорю, фильтр есть? Да, говорит, есть, весь день работает, на ночь отключаем. Я говорю, в смысле отключаете на ночь? Я говорю, нельзя на ночь отключать фильтр. Почему? Я говорю, потому что бактерии полезные гибнут. Ну вот, потом вы его включаете, и потом рыба травится от этих мертвых бактерий, короче. Они как уже как ядовитые становятся. Ой, ой, а мы не знали. И потом они удивляются, почему у них гибнет рыбка. Представляете? Говорит, ой, хорошо, что мы спросили. А то мы понять не можем, почему у нас рыба с рыбой гибнет. Фильтр должен быть включен круглосуточно. Его вообще отключать нельзя. Ну вот, чтобы этим комфортно жилось, мартышкам. Да. Тоже красивые, классные, нравятся. Они, кстати, здесь кубики очень хорошо смотрятся. Мне нравится, как они здесь кубики смотрятся. И вот, ребята, только включился аквариум. Правда, через телефон как-то не передается, но вот когда смотрю на него, какая сейчас стала прозрачная вода. Когда я убрала этих коридоросов отсюда, они же все время копошились в грунте, постоянно его ворошили, этот грунт. И все время плавала такая взвесь. И вот я, можно сказать, почти всех убрала, там осталось меньше 10, даже не знаю сколько, потому что, видите, они все равно же вот икру откладывают, плодятся, не знаю, сколько там осталось, но в любом случае большое количество убрала их отсюда. И водичка прям прозрачная-прозрачная. Но вот через телефон я смотрю, как-то не так она выглядит, а вот когда вживую, просто обалденно прозрачная водичка. Если бы еще убрать всех оставшихся коридоросов, тогда вообще была бы идеальная вода здесь. Как он красиво сейчас зарос, но уже скоро надо будет все постригать. Так жалко постригать все это. Но очень красиво, мне сейчас нравится, как он зарос. Но я еще не делала дизайн. Когда я еще сделаю дизайн, будет еще красивее. Хотя и так мне тоже нравится. Так, ну раз я вам все показала, ну давайте полюдарим тоже, только что включился, тоже покажу. Уже фикус как разросся, я уже подстригаю его, потому что разросся капитально. Это вот отсюда, да, он пролез там сквозь решетку и полез наверх. А питается, у него питание идет отсюда. Здесь его, как говорится, корни. Он приделан там к стенке, там по стенке идет вода. Да, и вот это уже это растение тоже уже подросло, тоже уже свет закрывает, надо уже подстригать его будет. Папоротник, смотрю. Хорошо, стал разрастаться. Одно время как-то желтели листья, я все отрезала. Думала, что он у меня погиб. Смотрю, нет. Разрастается тоже. Хорошо, папоротник. Ну, а анубис так вообще шикарный. Запотевшее стекло еще после ночи. Это хорошо. Значит, влага там хорошая внутри. Ну, сейчас буду всех кормить. Ну, сейчас налью удобрения. Это микроудобрения. Это карбо, вот еще как замена СО2, такой жидкий СО2 еще его называют. Ой, какой анубис красавец стал, посмотрите. Кстати, опять зацвел, ну уже отцвел, зацвел и уже отцвел, да. Кстати, это старый, надо будет уже обрезать, все время забываю. Ну, сегодня им на завтрак дам сублимированный трубочник. Так, я стараюсь давать такие крошки, которые здесь есть. Ой, не получается одной рукой, сейчас наберу. Так, ну вот, набрала, положила сюда, сейчас включила камеру, потому что одной рукой неудобно. Хочется вам близко показать. Вот так вот. Это сублимированный трубочник. Им очень нравится. Живой опасно давать рыбу, он может заразиться, его надо промывать, прочищать там надо. А сублимированный как бы нормально. Опрыскаю сейчас. Кстати, чтобы вручную не опрыскивать, продается автоматическая такая опрыскавка. Она дорого стоит.
такая система есть, автоматически опрыскивает. Она вот сюда подключается, там стоит бачок вне полюдариума, да. И по времени там выставляешь на таймер, когда она опрыскивает растения. Классная вещь. Но если бы у меня был бы более большой, наверное, полюдариум, более крутой, я бы, наверное, купила бы эту штуку. Но мне не надо, мне и так нормально. А вообще я себе хотела бы еще полюдариум более большой. Он у меня до этого был на 90, это у меня на 60 в ширину, а был на 90. Он у меня потек. Вот эта вот часть у меня потекла чуть-чуть. И я его продала, там купили для ящерицы его. Ну вот, я купила этот поменьше, думаю, мне его хватит. Ну вот, ребята, видите, когда все разрослось, и кажется, лучше надо было брать побольше. Вот пожалела немного денег, да, купила бы пошире, и было бы побольше растения можно было бы вместить. Но был бы тот побольше, и тоже казалось бы, что мало, еще хотелось бы больше. Ну вот у меня было на 90, вот я еще хотела бы даже шире, чем на 90, да. Ну пускай даже хотя бы вот на 90, да, было бы, и было бы здорово, надо было брать на 90. Вот пожалела денег, а теперь жалею, что пожалела денег. Думала, ну ладно, хватит мне этой баночки, зачем мне большая баночка, а вот надо большая. Хочется и того посадить хочется, всего хочется посадить сюда. А уже все, видите, как места нет, тем более растения же они растут, разрастаются. Ну вот так вот. Кстати, ребята, посмотрите, из кубика переселила которых креветок, я вон синенькие креветки здесь, он ползает по дну. Живые, так что гуппи еще их не съели. А может, гуппи их и не ели у меня, просто они, может быть, умирали, когда я гуппи вытащила из кубика и оставила одних креветок. Видите, гуппи убрала, а все равно креветки умирали. Ну, посмотрим, будут они здесь размножаться или не будут они размножаться здесь. Немножко так включила лампу, взяла, чтобы вам лучше было видно чуть-чуть хотя бы, кто здесь плавает. А то там я, правда, отсвечиваюсь, но по-другому никак не снять. Ну, хотя бы вот так как-то. Вот видите, подсвечиваю лампой, чтобы вам было бы видно хоть немножко что-то. Вот красненьких этих переселила сюда. Кстати, прекрасно себя здесь они чувствуют. Даже наоборот, как-то они здесь оживились. Смотрю, им здесь понравилось. Им там скучно было. А с гупяшками им интересно, шустрые такие. Ну, в общем, все нормально. Рыбки чувствуют хорошо себя. Моей мольке надо делать прививку уже. И забыла, что я ее не проглистовала. Вот сейчас купила таблетки от глистов. Проглистую. Ну, через 2 недели пойду на прививку делать. Я не помню, надо за месяц глистовать или за 2 недели глистовать надо. Ну, сейчас проглистую и пойду туда через 2 недели я. Вообще, надо в конце сентября обычно все время я ее делаю. Но когда делаешь простые прививки, то там и можно с опозданием делать. А если делаешь от бешенства, тогда надо день в день приходить. Раньше можно, позже нельзя. Ну вот. От бешенства мы сделали в прошлом году, на 3 года сделали. А сейчас надо простые прививки ей сделать. Иди к маме, девочка. Иди, мама тебе сейчас что-то даст, зайка. Иди сюда. Дай сюда. Дай свой ротик. Давай, давай. Да. Вот так вот. Ай, молодец, тут она разломанная. Не-не-не-не-не-не-не. Съела. И еще вторую половинку. Стой. Так, вторую давай. Вот так вот. Вот. А, это ты не выплюнула так. Так. Так, все. Давай. Все. Все, съела? Ай, молодец. Иди водичку попей. Попей водичку, давай. Давай, попей водичку. Девочка ушла, говорит, мама издевается надо мной, да? А, да, если кому интересно, одна таблетка такая стоит 2 евро. А, покупала в Динозоо на Сахарова, в Большой Максиме, там, где есть. Вот так она выглядит. Я еще подписала, купила 2. Вторую потом, может, еще я не знаю, это надо давать через 10 дней вторую или не надо. Мне ничего не сказали про 10 дней. Есть такие таблетки, которые даются, даешь одну, через 10 дней вторую даешь. А здесь мне ничего не сказали. Ну, не знаю, в общем, хватит одного раза, я думаю. И снова всем привет, друзья! Сегодня у нас вторник, 3 октября. И сегодня вот такая погода. Тепло,
но на улице шел дождик. И, кстати, к нам приближается какой-то ураган и обещают, что самый пик будет в середине недели. Ну, сегодня вторник, но где-то среда-четверг, наверное, где-то в четверг, наверное, будет сильный ураган тогда, если середина недели будет пик. Писали в прессе, что очень сильный ураган будет. Ну вот. Вот, наверное, первые признаки уже дождик. Ну, тепло на улице, хорошо. Занька, пойдем. О, ребята, кстати, я как, знаете, вот, помните, я вам рассказывала про детскую площадку? Она не открывалась. Как только я вам рассказала, приехало телевидение, сразу вышли новости про эту детскую площадку. Потом еще я про что-то вам говорила, это опять опубликовали в новостях. Я говорю, такое ощущение, как будто меня смотрят. Помните, было несколько раз такое? И мы с вами недавно разговаривали про налоги на собак. Где-то, что мы за собак платим налоги. И опять получилась такая ситуация. Только я с вами поговорила, и буквально через несколько дней выходят новости на эту тему. Давай так, в общем, там рассказывают, на что тратятся эти налоги, ребята. Вот такое ощущение, как будто меня точно смотрят. И там сказали, что тратятся эти налоги, вот строят то, что собачьи площадки, да, потом эти площадки надо убирать, на уборку этих площадок тратятся эти налоги, также на вылов диких животных и их реабилитацию, короче, да, вот на все на это тратятся налоги. В общем, идут на животных. Не в приюты, да, но как бы тоже на животных эти налоги тратятся. Ну, имеют они немного налогов, где-то они сказали 260 тысяч, ну, это в Риге, да, потому что, как я знаю, вроде за Ригой налоги не платят на собак, только в Риге, по-моему, платят. Ну вот, и как они еще сказали, что платят не все люди налоги на собак там, да. Ну, говорит, полиция никого не ходит, никого не вылавливает. Да, как бы есть такое, что штраф надо платить, если ты не заплатил налог. Но все равно полиция никого не ловит и ловить якобы не будет. Но получается так, что это остается на совести самих людей. Но одно радует, что хотя бы эти налоги, да, все-таки идут вот все-таки в животный мир, скажем так, на площадки для собак, да, на диких животных. Ну, в общем, одним словом, на животных. Ну, хорошо хотя бы так, что именно тратятся они на животных, а не так, что в Рижскую думу они просто тупо идут. Так что, ребята, я получила ответ на свой вопрос. Точно за мной следят? Ну, точно следят за мной. Но только озвучила эту тему, и сразу через несколько дней в новостях начали говорить на эту тему и рассказывать, куда идут налоги. Уже это третий раз, да, когда я какую-то тему озвучиваю, и через несколько дней говорят об этом в новостях. Так что следят. Но погода все равно, хотя дождик прошелся, но, ребята, замечательно в лесу. Очень хорошо. Сейчас иду с Молечкой. Муж меня привез с работы, высадил возле леса, и я через лес иду домой. Ну вот, завтра мы заберем машину, завтра уже посмотрим. Вроде сегодня машину завел муж, вроде с ней не нагревалась. Он там что-то подделал, помял, какие-то шланги помял, что-то подделал. Ну, не знаю. В общем, завтра я поеду на этой машине, муж поедет за мной. Если будет нагреваться, мы на буксир и сразу в сервис. Если нагреваться не будет, может, он сам устранил причину. Там что-то он там делал, что-то ковырялся, он там, ну, посмотрим. Завтра все решится с нашей машиной. Малечка, пойдем домой, зайка, уже. Пошли домой, звездочка моя. И Малька не хочет домой идти. Так хорошо на улице. Просто красота. Ветра вообще нет. Посмотрите, какая спокойная погода. Вообще нет ветра, видите? Красота. Сейчас придем с моей Марусечкой. Позавтракаем с ней. На завтрак у меня будет сегодня каша. До этого был у меня омлет, я делала, что-то захотелось очень сильно омлета. Ну вот, а сегодня будет каша. Каша будет у меня там геркулесовая. И потом надо будет сварить опять кашу, потом буду варить ячменную. Я то ячменную, то геркулесовую. Раньше еще варила пшенную, кукурузную. Что-то пока мне не хочется ни пшенной, ни кукурузной. Мои самые любимые – это ячменная и овсяная, да. Это самые любимые кашки мои.
На улице такая тишина, такое ощущение, как будто выходной день, и все спят. А хотя сейчас только 8 часов. Вернее, уже, наверное, 8 часов. Люди ж на работу должны многие идти. Тихо-тихо, ребята, просто тихо. Да. И лес тихий-тихий такой. Очень тихо на улице. Если бы еще не машины, где по дороге едут. В общем, погодка такая супер. Опять дерутся. Вот чё дерутся, а? Ну, кто-то у кого-то что-то отбирает. Смешные такие. Да. Вороны наглые. Кстати, чайки тоже наглые. Что вороны, что чайки наглые. Детеныши, видите? Еще серого цвета. А такие огромные. Да, вороны не дают поесть. Отбирают, отбирают, да. Конкуренция. Сейчас Малька напугает. Не, Маль, пойдем. А то еще ты что-нибудь там схватишь. Ну что, дорогие друзья, давайте вот на этом красивом фоне лесном я с вами попрощаюсь. И как всегда по традиции, все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я с вами прощаюсь и с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания.